Я была на универсиаде в Казани, вот. Этим и запомнился. Это день города, зарядка. Нам запомнилась зарядка массовая. Мы-то ходили нам вместе с физруками, со всем университетом. Это было нечто. Следом за ними к соседям отправились и спортсмены-студенты из Чувашии. Вернулись с 5 медалями. Поставила перед собой цель, что я должна домой вернуться обязательно с медалью. Тяжело было, да? И я теперь очень довольна. Второе место – это для меня как золото. Чебоксары – Иерусалим спортивной ходьбы. Такой эпитет дал нашему городу президент Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Валентин Балахничев и пообещал поддержать кандидатуру столицы республики на конкурсе на проведение чемпионата мира по спортивной ходьбе. В ноябре чебоксары выиграли право провести Кубок мира в 2016 и 2018 годах. К спортивным достижениям стоит отнести и результат массовой акции «Зарядка со звездой». В день города Чебоксары на Красную площадь вышли жители столицы, которые решили побить предыдущий рекорд России и Европы. Зарядки со звездой в Чебоксарах проходят несколько лет и достаточно регулярно. Но такой массовой не было никогда. 17 тысяч регистрационных браслетов не хватило и половине участников. И я смотрю, что с каждой минутой народа становится все больше и больше. Лучше провести не вещает всех желающих. В конечном итоге оказалось, что в зарядке со звездой приняли участие около 30 тысяч человек, что дало нам право отправить заявку в Книгу рекордов Гиннесса.